Аль-Ибадат, вообще поклонение есть несколько видов. Поклонение есть несколько видов. Есть аль-фи'лия, аль-каулия, аль-кальбия, аль-Ибада биламваль. То есть есть вид поклонения действиями, деяниями, которые человек совершает. Например, обход вокруг Каабы. Своим телом он совершает, да, земной поклон, поясной поклон, намаз, да, то есть своим телом то, что он совершает. Есть аль-каули, то, что словом произносит, словом поклоняется Аллаху субхану тааля, чтение Кур'ана, чтение азкаров, зикр, вспоминание Всевышнего Аллаха субхану тааля. Есть кальбия, то, что он сердцем делает, поклонение сердцем, как, например, таваккуль, полагаться на Аллаха, аль-хауф, бояться Аллаха, бояться его наказания, раджа, именно надеяться на прощение Всевышнего Аллаха субхану ва тааля, махабба, любовь, то есть те поклонения, которые человек совершает сердцем. Есть биль-амваль, то есть своим имуществом человек совершает поклонение, как выплачивание заката, садака и так далее. Ва мин афдаль ибадат аль-каулия. Однако сегодня мы с вами поговорим о поклонении, которое через наш язык, через наши слова, произношение. Это самые лучшие поклонения словами перед Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля, это зикру Аллаха Азза ва Джалля, поминание Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Кама каля Наби саллаллаху алейхи ва саллям, как сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, аля унаббиукум би хайри а'маликум, ва азкаха инда маликикум, ва арфа'аха фи даражатикум. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям обратился к сахабам и сказал, не рассказать ли мне вам о самых лучших действиях ваших, и самые они возвышенные, чистые перед Всевышним, высокого положения перед Аллахом, субхану ва тааля, перед Творцом, перед Создателем, перед Царем, то есть самые лучшие действия. Калю наам я Расуллах. Посланники сказали, да, о посланник Аллаха, расскажи нам, на что сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, зикру Аллахи азза ва джалля, поминание Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, зикр, поминание Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля.